Это на асфальте бросили, пешком пошли. Озеро Яровое, 24 марта. Да. Снова рыбалка, в общем. Ночь. Прямо. Время 18:49. Я поймал, короче, карася. Не, немного, нормально. Пройти. Серега психует. У него не получается. Не, ну. Не, не проваливается. Ага, давай. Что, Серега, клюет у тебя, нет? Пока не знаю еще. У меня сейчас будет клювать. Связь ловит, оказывается, здесь. Блин, запотевает, только сразу все. Прямо не знаю, как видеосъемку вести. Ой, что такое? Я никак удочку выставить не могу. Вот сейчас покажу, как надо клювать. Ловить рыбу надо. Вот. Хоп. Сергей продолжает расстраиваться. Что клюет? Да, мяша одна. Что же? Одна мяша. Да хуй звонит, отвлекает. Сейчас вот это, короче, раз заклюет. Вот так вот, в общем, рыбалка. На дне? Да. Вот эту сейчас поднял, все, тишина. А это вот, смотри, получается. Вот, видишь, лежит. Ну, буквально тут что, сантиметр, наверное, полтора. Угу. А та выше сейчас поднята, получается. Блин. Что, сразу клюнула, да? Да. Блин, раскрыл секрет, похоже. Секретные. А это что-то? Да что такое? Че, нету, ага, рыбы. Рыба есть, что-то. Ловить ее надо уметь, хоть да, как все нет. Говорят. Не, ну я там, мне в комментариях пишут, что рыбалка не мое, а полностью они согласен. Они специально пишут, чтобы им больше досталось. Полностью согласен. Как мужчина еще что сказал? Что сказал? Вам рыбы хватит, да? Но. Окей, да. Кто-то видишь, переживал, что ему не хватит. Так, есть контакт. Главное, на камеру не утопить. Ну так ты был. Сейчас Сергею покажу, в общем, как вот еще надо вытаскивать. И все. Вот. Серега, запомнил? Угу. Ну все, сейчас камеру-то отключаю, потом видео будешь смотреть, если не получится. Все, поймал, что ли? Блин. Две удочки у него в раз, походу. Что это? Вон она, что, походу. Короче, половину рыбы-то, похоже, не заснял я. Почему? Что такое? Ну, как закрываю этот. Что, тянешь, да? Не-не-не. Ну, сейчас идет запись. Смотри. Тоже нету. Голым. Непонятно. Непонятно. Пока мой... Ах, запутался, что ли? Точно, запутался. Мой карась пока у меня клюет, короче. Ой, кого? Пока, короче, карась клюет, мой ручной, он у тебя правая удочка клюет. Опа. Мой ручной окушок у Сережки. Галья. Всю приманку сожрал. Непонятно как-то. Как-то непонятно. Ну, в общем, вот 4 штуки я уже поймал. Вот так вот. Время 20:54. Вот мой улов. Вот один карасик такой неплохой. Да, на видеокамеру я временно промежуток снимаю. А вон Серегины живчики. Ротана одного вон он поймал. Сейчас пошел по всем лункам бегать. Сказал, это у него не клев. Не количество, вернее.
Сейчас тут унок 50 бежит в округе. Что, Серега, клюет у тебя? Уже, в общем, второго почти поймал он. Короче, я у него теперь на две удочки должен ловить, и он там на две удочки ловит. Конечно, он так больше всех поймает. Как-то вот так вот тут. Время 22:39. Все, Серега сматывает удочки. Надергал он там он рыбы. Шапку зачем-то в рыбу бросил, наверное, самую крупную закрывает. Вот столько он рыбы надергал. Я вот столько рыбы надергал. Вон там у меня караси-то есть. Че, клюет у тебя? Да что тут кто-то не себе. Не клюет. На улице как-то, в общем, холодно стало. Палатка вся инеем покрылась изнутри, хоть у нас и печка топится. Но чувствуется прямо холодно-холодно. И ветерок вроде какой-то начинается опять маленький. Угу. Вот так вот тут, в общем, рыбалка закончилась. 24 марта.